И теперь к другим темам. Двухдневный обучающий семинар «Добро» для педагогов по развитию добровольчества в образовательных учреждениях Ненецкого округа прошел в Нарьян-Маре. Руководители и кураторы волонтерских организаций старательно изучали новые методы организации добровольческой деятельности. Обучение проходило на базе социально-гуманитарного колледжа. Ольга Русл продолжит. В спортивном зале социально-гуманитарного колледжа руководители волонтерских отрядов. В учебном графике занятия по мотивации потенциальных добровольцев, вовлечение молодежи в проекты будущие и уже существующие. Руководитель студенческого волонтерского отряда Ирина Бодрова говорит, самое сложное для ее подопечных – выкроить свободное время. По-разному. Некоторые очень желают. Сразу вот первокурсники влились, новые студенты пришли и влились к нам в отряд. Ну, то есть это же волонтерский отряд. Тут это не то, что тебе надо выучить этот учебный курс. Пожалуйста, иди на учебные занятия. Тут, если ты желаешь, идешь, не желаешь, тоже не заставляет. Волонтеры из села Коткино под руководством Надежды Мицо, несмотря на небольшую численность отряда, уже добились успеха на всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы». Там нужно было просто рассказать о своей волонтерской деятельности за прошедший год. С сентября 2018 по сентябрь 2019 года. То есть все то, чем мы занимаемся в школе, я осветила это, каким образом это у нас раскрыло цели, задачи, краткое описание дала, вот, программу, то есть нашего направления. Еще одна радость для волонтерского движения в Коткино. Лидером года у нас стала ученица наша Ирина Коткина. Тоже и волонтер, и лидер, и глава школьного самоуправления. Вот сейчас был окружной конкурс, она у нас прошла заочный этап. Вчера не смогла она прибыть сюда и защищаться, поэтому я как координатор этого движения, я освещала немножечко ее деятельность, от ее имени, так сказать, вот, и получила награду. За нее же победитель, лидер года 2019, и она будет выходить на всероссийский уровень. Обучающий курс для руководителей региональных добровольческих объединений проводит директор волонтерского центра САФУ. Здесь вопрос даже не только в тех благополучателей, для которых волонтеры трудятся, но и в том, что мы формируем с самого детского возраста у детей навык и привычку, потребность отдавать. Семинар «Добро» реализуется в рамках государственной программы Ненецкого округа, реализации программы молодежной политики и патриотического воспитания. Основная цель – как можно больше молодежи вовлечь в волонтерские движения. В следующем году будет также проходить всероссийский конкурс проектов «Доброволец России». Да, и мы хотим, чтобы наши педагоги, наши руководители, наши волонтеры, они были готовы к этому конкурсу, уже их проекты вышли на более высокий уровень, и чтобы они получили там победу. Следующий масштабный тренинг для руководителей волонтерских объединений округа пройдет в начале ноября. Планируется, что на него приедут педагоги из всех населенных пунктов округа. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».